Это ее кольцо. Я за роли не играю. На результаты. Вот так тоже сделал головой, типа передаешь дальше, блядь, эстафетку, блядь. Зачем это делать, когда я... Нас физики тут, ребят. А какого хуя? Вон там бригада. Я не знаю, Бычков что-то забил. То, что я хотел покурить, я оставил. Короче, бичам раздали одежду, блядь. Это 8,5 US, мальчик. Тебе же уже что-то налезло. Вот, налезло на меня 40. 10 вот US. Мне дали 43. Но не должен был налезть. Ты что, мне казалось, что забрал? С цифрами, да? А есть 42-й, короче? Есть 42-й. А что меня? 42-й нет. И пусть подвох. Да, блядь, это поймет народ. Сборная Дарксайда, паралимпийцев по футболу, блядь. Вот, блядь. Сейчас хуярить будем, нахуй. По друг другу, блядь. Кому, блядь, хуярить? Я, походу, мечом, блядь, буду. Капитан вышел, Миша Лукьянов, да? А какой размер? У тебя есть месячные колготки? Да. Ну, вот ты в колготках мне вот ставишь. Ты мне в колготках хочешь наш. Скинь мне адрес отеля своего, пожалуйста. Да мы с тобой вместе поедем. Серега, а ты надевай мокасины сразу. Русский. За стыковку. А можно лайки заказать? Мяч кайфовый? Бля, Антон, расшнуруй их, пиздец, туфельки ебанутые. Обойдитесь вы, Павел Сергеевич. Время же есть? Ой, есть? Уже нет. Уже Сашка, нет, подожди. Уже Сашка пристрелялся, он мне показал кому. Да, сначала лучше было. И да, я посмотрела, там был бы... Как тебе мундштук? На меня я дуришь? Сейчас в него долбом будет свистеть, но это там мундштук. А нет. О, да. Вот говорят, сейчас вот такой вот розовый, такой бледно-розовый, самый модный цвет сезона. Да. Тренд? Ну, прошлого сезона, ладно, окей, хорошо, ладно. Опа, Антон Джерф заснул немного так. Ладно. Вон, а сейчас какой? Нюд, знаешь, цвет нюд. Нет, нет, нет. Сейчас вообще, вот если из одежды, то это алый. Ну прям вот алый. Очень такой, прям вот почти... Да нет, забей. Бежевый нюд такой вот, он самый... Нет, да, давай сейчас меня покрасит, потом... Что происходит? Понюдите его, там давай. Мне кажется, тебе надо их вверх. Мне надо вверх, с спойлером. Волосы все сам Илья Романов меня снимает. Тоже как-то плохо прозвучало. Да, там зеркало. Не, ребят, это как бы не реклама Дарксайда. Я просто участвую в этом, бля, это реально круто. Блять, сука, сейчас будет круто. Не здоровались. Мы виделись уже, ну я не здоровался с тобой. А как это не мы виделись, но я не здоровался. Вот это просто вообще просто человек из рая пришел. Да у него просто почему все? Почему до сих пор все не пришли? Неужели они там?
Оп, нихуя! Вау! Типичный этот. Сборная России такая, знаешь, вышла на своей территории просто с пивасик. С Балтикой, блядь, такие вышли. Мы ж до Балтика проплатила, блядь. Так же вывернешь, блядь. Бля. Давай хоть куда-нибудь скину, Илюхи, я не знаю. А давай, Илюхи. Да не, я в смысле хотел паузу эту хуйню повторить, блядь. Давай, накидывай. Я постараюсь, братуль. Так я два рода встану, ночи. Сборник. Ворота попадаешь? Замерз? Да. Миша. Миша, работай. Короче, ну вот так это все происходит. Весь трэш прошел, а стало очень холодно. Все разбежались по трейлером, да, блядь, у нас есть трейлеры. Мы сейчас находимся в Испании. Хуен. Илкин, ебан тут. Чмылкин. Вот такой, короче, вложек короткий получится. Потому что самое интересное, я думаю, будет позже. Самое интересное будет завтра. Сейчас Антош покажет. Сейчас наша фотомоделька. Что ты можешь про него сказать, пока он не слышит? Да, бля, пиздец нахуй. Ему первый номер дали, блядь. В смысле, я первый, блядь. Это у меня имя переводится как первое. А у него, блядь, первый. Илкин первый? Илкин переводится как Илкин первый. Илкин ЕК Уйштор, да, Илкин. Бир, ёпта. Бир, бир, блядь. Бир, пиво, блядь, кетчуп. Бирхаус. Бля, это мужичок по приколу. Пошел, это этот, это пчеловод, пчеловод, блядь. А вон пчела. Бензима в молодости, я тебе скажу, а? Блядь, на рекламу Лейса похоже. Да, в натуре реклама Лейса. Я сейчас. А, класс. Супер. А где еще? Да, а где Нарксай? А, шашлык во рту. Ну вот это будет фото очень для большого количества троллей.